Без лести сказать, что это один из самых драйвовых концертов за мою карьеру, и серьезно. Что, вот, когда тебе подпевает публика, причем хором практически все, и вообще вы такие теплые, вы такие классные, и в такое интересное время мы живем. Спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо. Вот, и... Вы поняли, Миша сказал, да, что у него где-то часа на 4, попел часа 2, а он вообще-то 2 часа. Мы назначаем следующий концерт.